Эта патология есть практически у каждого, но мало кто обращает на нее внимание, ведь она имеет много вариантов проявления. Речь идет о заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. Проблема является одной из самых актуальных не только в России, но и во всем мире. Очень часто, к сожалению, болезнь височно-нижнечелюстного сустава является как раз проявлением неправильно проведенного лечения, в частности, ортопедического лечения. Вот. Поэтому будем говорить о профилактике, а раз о профилактике, значит, о правильном проведении лечения, ортопедического, ортодонтического лечения, имплантологии. Это ведь все потом отражается на пациенте. Все это мы делаем для пациента, чтобы он мог получить более квалифицированную стоматологическую помощь. Профилактике, диагностике и лечению болезней височно-нижнечелюстного сустава посвящена международная научно-практическая конференция в РИАСГМО. Она является традиционной и проходит в стенах Рязанского государственного медицинского университета более 20 лет. Ежегодно для дискуссии выбирается наиболее актуальная тема, которая интересует практикующих врачей. Состояние сустава, оно, в общем-то, косвенно отображается на состоянии всего организма. И, в общем, проблема, она междисциплинарная, ей занимаются и терапевты, и хирурги, и ортопеды. И, в общем-то, если не учитывать состояние височно-нижнечелюстного сустава, при лечении стоматологических заболеваний прогноз может быть, в общем-то, мягко скажем так, спорным. В этот раз собрались более 200 участников из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. В течение 2 дней прозвучит более 50 докладов, которые представят ведущие отечественные специалисты. С большим удовольствием приезжаем к вам сюда, поскольку всегда очень интересно. И люди у вас очень хорошие. И встречают нас всегда очень хорошо. И мы очень дружим, научные контакты у нас порядка уже 7 лет. Я вижу здесь, прежде всего, очень много молодых врачей и студентов. Это очень важно, потому что симбиоз, когда приезжают профессора, молодые доктора и студенты именно, это всегда дает результаты. Стоит отметить, что конференция зарекомендовала себя на самом высоком уровне. Она аккредитована в системе непрерывного медицинского образования по всем стоматологическим специальностям. Ее участники получат по 12 баллов, что поможет подтвердить высокую квалификацию. Галина Кадряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».